руки нужно мыть в течение примерно 1 минуты. Включайте таймер или считайте до 10, когда выполняете каждое из указанных действий. Намочите руки и нанесите достаточно мыла, чтобы полностью покрыть им ладони. Не выключайте воду, чтобы позже не прикасаться к крану. Потрите ладони, взбивая пышную пену. Затем ладонью правой руки потрите тыльную сторону левой и наоборот. Еще раз потрите ладони, промывая кожу между пальцами. Потрите тыльную сторону пальцев, растирая ими ладонь второй руки. Пальцы при этом переплетите. Повторите действие с другой рукой. Правой рукой обхватите большой палец левой и потрите его круговыми движениями, и наоборот. Чтобы очистить кончики пальцев, круговыми движениями потрите сомкнутыми пальцами правой руки по ладони левой. Повторите действие. Тщательно промойте руки под струей проточной воды. Тщательно протрите руки одноразовым полотенцем. Если используется нелоктевой смеситель, возьмите полотенце и выключите воду, не касаясь поверхности крана напрямую. Теперь ваши руки абсолютно чистые.